Всем привет! С вами снова Робошеф. Сегодняшний обзор посвящен оборудованию, без которого не может обойтись ни одна крупная сеть фастфуда. И это шкаф Marmit, с помощью которого мы можем максимально длительно и качественно сохранить свежеприготовленную котлету. А это позволяет нам максимально быстро и бесперебойно собирать бургеры. Абсолютно все сети фастфуда, работая с подобным оборудованием, используют железное правило FIFO, что означает First In, First Out. А это в переводе значит, все то, что было приготовлено в первую очередь и пошло на хранение, также в первую очередь должно быть реализовано. Сейчас я покажу все подробно. В Marmit мы сохраняем не только котлеты для бургера, но и также можем хранить стрипсы, наггетсы, крылья и даже горячий сырный соус. Обратите внимание, в Marmit'ах используются специальные прозрачные гастроемкости. Благодаря этому мы видим продукт. При работе на средней линии мы используем гастроемкость с двумя ручками. Если пристенный вариант, достаточно одной ручки. Диапазон горячего хранения от 65 градусов до максимально 95. Основные настройки шкаф Marmit. Каждый уровень настраивается по температуре независимо друг от друга. И каждая гастроемкость программируется на любое время хранения. На блоке управления стрелка вверх активирует таймер для хранения верхней гастроемкости, а стрелка вниз, соответственно, активирует таймер для хранения нижней гастроемкости. Перед хранением замеряем вес свежеприготовленных котлет. Две штучки общим весом 134 грамма. Чтобы показать принцип работы FIFO, ставим первую партию на хранение. Далее активируем хранение для продукции в нижней гастроемкости. И еще одну партию свежеприготовленных котлет отправляем на хранение. За 5 минут до окончания таймера мы слышим интенсивный звуковой сигнал. Нажимаем на клавишу, тем самым даем понять, что мы увидели оповещение. И последние 5 минут хранения индикация будет мигать, чтобы мы обращали внимание именно на эту ячейку. Сейчас вы слышали оповещение о том, что до окончания таймера хранения осталось 5 минут. Эту функцию также можно настроить, как и режим хранения. Следующее оповещение. Также нажимаем, значит, мы услышали. Часовой цикл хранения подошел к концу. Замеряем результат. После повторного звукового сигнала таймер отключается, что сообщает об окончании срока хранения согласно вашим стандартам. Благодаря индикации мы точно знаем, какая партия котлет должна уйти первую на сборку бургеров. Посмотрим вес. Даже после часа хранения вес котлет уменьшился всего на 6 грамм. При этом мы не использовали крышку, чтобы наглядно показать принцип FIFO. Друзья, сегодня вы узнали о важных принципах FIFO, познакомились с оборудованием, в котором все это реализовано. Все вопросы пишите, пожалуйста, нам в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего, пока-пока!